Всем привет! Это программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Сегодня мы находимся в бассейне спорткомплекса «Заря». Здесь пройдут краевые соревнования по судомодельному спорту. И мне уже не терпится пообщаться с организаторами и участниками. Так что давайте перейдем к делу. Рядом со мной Валерий Шишкин, знаменитый в Бийске судомоделист. Расскажите, пожалуйста, сегодня проходят соревнования такого масштаба у нас впервые вообще в городе. Вот о них подробнее. Что сегодня будет происходить? Кто участники? Это краевые соревнования. Здесь участвуют как школьники, так и взрослые. Именно задумка была проводить эти соревнования в это время. Они, так как они являются отборочными соревнованиями, на основании этого я как старший тренер сборной команды края формирую команду. И по результатам выступлений я уже вместе с руководителями, еще с судьями, с тренерами формируем команду для участия в Новосибирске. А там, получается, соревнования уже будут всероссийского уровня? Да, там Кубок России. Это серьезные соревнования, на них мастеров спорта выполняют ребята. Вот сегодня будут участники, которые уже давно занимаются судомодельным спортом, или, может быть, кто-то вообще новичок? Конечно, всегда появляются новички. Хорошо, что в основном, конечно, те, кто уже имеют опыт. Тем более, знаете, как на краевые соревнования по-хорошему должны попадать ребята, которые прошли городские. Ну, у нас этого нет, и поэтому в них участвуют как и молодые юноши, так и зрелые, даже спортсмены взрослые. Поскольку это соревнования, они, значит, будут состязаться в чем-то. Вот что нужно будет выполнить участникам? У всех практически время прохождения дистанции, которая имеет форму треугольника, 6 ворот. Каждые ворота имеют свои баллы. Нужно пройти их по определенной траектории, не коснувшись буев, и уложиться в течение 7 минут. Вот, плюс еще вот док сейчас мы собираем пришвартоваться в доке. Все это за отпущенное время. Независимо от того, кто быстрее, это уже главное уложиться в 7 минут. Ну, в дальнейшем подводные лодки, им дается 10 минут, потому что подводная лодка еще делает маневр погружения всплытия 4 раза. И максимум набрать модель может... То есть спортсмен может набрать 100 баллов за прохождение всех ворот. И до этого еще плюсуются баллы, полученные за изготовление модели. Это стендовая оценка. Стендовая оценка тоже 100 баллов. Ну, знаете, я бы выступал на чемпионатах Европы, мира. И судьи ставили некоторым моделям 100 баллов. На 100 баллов, конечно, очень тяжело сделать. Мне ставили 100 баллов. Двое, хотя я с этим категорически не согласен. На 100 баллов невозможно сделать модель. Но близко к этому нормально. А какие судна вообще сегодня допускаются к соревнованиям? Только модели, у нас здесь модели копии. Что это значит? То есть точная модель существующего или существовавшего когда-то корабля. Или судна. Прототип в определенном масштабе. И моделист сначала ее делает, основываясь на чертежах и фотографиях. Без фотографий, я вам могу сказать, невозможно сделать точную модель копию, потому что чертежи – это все только размеры, скажем так, и место расположения основных узлов и механизмов. А по фотографиям добиваются очень хороших результатов. Вот вы, наверное, видели модели, насколько сделаны качественно, даже ребятами. В чем-то, конечно, да, есть некоторые вещи, где помогает руководитель, но в основном это делают они сами.
Иван Злобин, один из участников сегодняшних соревнований. Он приехал к нам из села Красногорского. Расскажи, пожалуйста, о том судне, которое ты сейчас держишь в руках. Ну, это тяжелый атомный военный крейсер «Адмирал Лазарев». Он стоял в Балтийском флоте на вооружении Российской Федерации, но в 2021 году его изрезали на металл. А почему? Ну, утилизировали. Вот смотри, вот это судно, оно первое, которое ты когда-либо сконструировал, смоделировал, или это уже для тебя не первый опыт? Ну, это, как сказать, 2,5. Первое, это у меня была подводная лодка маленькая. Второе, это начинал делать корпус. Ну, а треть, половина получается. А вот это получается вторая, нормальная полностью. Ты впервые принимаешь участие вообще в соревнованиях судомоделистов? Нет. Я еще 6 класса и начал выступать. А сейчас я 8. А откуда вообще у тебя появилось такое увлечение интересное? Ну, нам проводили экскурсию по Дому детского творчества, это там, где мы занимаемся. Ну вот, решил попробовать. Вот чтобы сделать такое судно, сколько времени у тебя на это ушло? 2 года. На какие сегодня результаты ты рассчитываешь? Ну, проездить хотя бы баллов 90. Сергей Васильевич Таныгин приехал к нам из Барнаула. Позади нас вот такое огромное судно. Расскажите, что это? Ну, это поисково-спасательный крейсер, польский вообще. Одно время эта модель кораблей эти были очень популярны. И они занимаются поисково-спасательная служба на воде. То есть поиск и спасение людей, кораблей и так далее, мелких судов. Вот поясните, пожалуйста, почему вы выбрали именно вот эти модели для соревнований? Ну, мне показалось, что уровень соревнований достаточно высокий, и мы выбирали лучшие модели, которые у нас есть на сегодняшний день, чтобы, так сказать, не ударить грязь лицом и представить достаточно хорошо наше объединение, наш клуб, и чтобы привлечь внимание всех остальных зрителей и руководителей, и детей для занятий этим спортом. А как давно вы вообще являетесь судомоделистом? Ну, вообще я начал заниматься с 3 класса, достаточно давно уже. И это уже очень много занимаюсь этим видом спорта. С небольшим перерывом на обучение в институте, на работу. И потом судьба меня опять привела в детский центр. И вот уже с 92 года я, собственно, являюсь руководителем объединения «Клуб Верфь». И мы готовим с ребятами модели, участвуем в соревнованиях. Мы очень рады здесь быть и очень рады представить свои модели. И надеюсь, что мы покажем хорошие результаты на этих соревнованиях. Еще один участник из краевой столицы, Лагунов Роман. Между нами стоит судно, это корабль, я так понимаю. Расскажи о нем. Это «Принцесса», в общем, покупная модель, которую мы доделали, и она стала быстрее, мощнее. Мы сейчас участвуем на соревнованиях в Бийске. Мы приехали сюда в первый раз, чтобы получить первые места, выиграть. Видно, что ты настроен на победу. Ну вот расскажи, пожалуйста, какова скорость там твоего судна и вообще ты его тестировал, все ли хорошо? Ну, в принципе, так-то не все хорошо, потому что на радиоаппаратуре всего 27 мегагерц, и это очень мало. И я не могу пройти половину дистанции, бывают затруднения. А так, модель очень хорошая, быстрая и плавная. Почему вообще решил выбрать вот для себя такое хобби?
друг позвал на судомоделирование. Мы пошли туда. И все начиналось с того, что мне проконструировали все модели. Я как бы заинтересовался с этого момента, с третьего класса. Потому что это очень интересно и увлекательно. Ты делаешь свои модели, ты понимаешь математику, что-то там из школы. Там. Вот ты после школы приходишь туда и добавляешь еще знания в день. А ты впервые вообще на соревнованиях участвуешь? Нет, я так-то уже на многих соревнованиях поучаствовал, но чтобы поехать в другой город и поучаствовать, никогда не было, я только в первый раз. У нас сегодня представлены разные судна, и вот я вижу, что у Александра из села Красногорского на корабле написано «Полиция». Это специализированное судно, да. Правильно? Да. Расскажи о нем. В мае в классе модели F6 будет выступать команда, в которой представлены действия, которые либо происходили в жизни, либо вымышленные. Сейчас у нас в доме дружества стоит паром. Он будет отходить от пирса, и у него будет возгорание. И катер, спасательный катер, будет буксировать его до пирса. А полицейский катер, он будет патрулировать местность. Ты тестировал уже сегодня свой корабль на воде? И как он себя ведет? Хорошо. Перегружен немного. Чем? Двигатель тяжелый. Что значит, он тяжело двигается или что происходит? Он стоит на воде неровно, нос наклонен в воду, а корма поднята наружу. Это насколько легко или сложно исправить? Да, легко. Положить груз на корму, чтобы сбалансировать ее. С самого начала соревнований, насколько я наблюдала, в этом уголке постоянно что-то делают. Работа не останавливается, кипит. Расскажите, пожалуйста, откуда вы и что, собственно, все время делаете? Дело в том, что данные модели имеют тенденцию, что во время эксплуатации что-то где-то может подломаться. И тем более, что моделей привезено много. Мы представляем как раз единственный такой вот центр, который у нас существует в Алтайском крае, единственный, в котором очень много технического творчества различных направлений. Но вот сегодня мы привезли большую команду сюда детей, поэтому, чтобы они нормально выступили, мы должны им и подготовить и модели, они сами участвуют в этом. Тем более, что где-то мелкие поломки, они сами еще не умеют устранять, приходится устранять нам, педагогам. А что вот за модели здесь представлены и какие поломки вы устраняете? Сейчас здесь заклинило двигатель. Пришлось все это немножечко разобрать и сделать все, поставить на места. Поэтому действительно вот такие вот мелкие поломки, они всегда происходят на всех соревнованиях, не только у детей, но и у взрослых. То есть это нормальное явление. В принципе, вот это вот дает детям расти, что на какой-то определенный этап они должны быстренько что-то исправить. То есть они должны не просто выступать, но еще и думать головой, что нужно сделать, и сделать это руками. Из этих моделей, которые мы сейчас видим на столе, расскажите про какую-нибудь. Весьма интересно для вот этих вот классов. Это вот эта радиоуправляемая модель малого портового буксира, который очень юркий, имеет большое водоизмещение, поэтому дети не боятся на таких вот моделях выступать. Действительно, вот они отрабатывают. То есть здесь довольно крупный масштаб, где ребенок может самостоятельно что-то сделать. Это вот начало всей вот такой вот работы кропотливой. Сколько должно времени уйти вообще у ребенка, который только что пришел
неважно, в какой-либо кружок судомоделизма, ну, чтобы что-то вообще получилось. Ну, вот на примере нашего кружка я могу одно сказать, что дети приходят, действительно, они не подготовлены для того, чтобы научиться. Мы делаем, конечно, не сразу такие модели, а делаем простейшие модели из картона, которые они также, несмотря на то, что они бумажные, они спускают на воду, они проводятся соревнования для них специально, для вот этих первых моделей. Ну, за год они буквально 2-3 модельки делают. То есть это модели, они которые забирают домой, это их память. И я знаю, что ученики, уже, которые уже по много лет, они у них стоят дома, и они их как эстафету передают своим детям. Поэтому вот на такие модели, это уже второй, третий год обучения дети начинают делать, действительно, когда уже начинают руки дружить с головой. Очень хочется, чтобы судомоделизм продолжал развиваться, чтобы как можно больше людей, в частности бичан, открывали в себе такие технические способности. Это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. До новых встреч! Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.